привет! Незаметно пролетел месяц, посвященный сказочным играм от Sega Saturn. Всем известно правило. При забеге на длинную дистанцию сохраняй силы для финишного рывка. И наша любимица Sega, а я очень надеюсь, что за месяц она стала таковой. Так вот, наша любимица подготовила под занавес для поклонников 32-битных сказок для маленьких и взрослых два чудесных сюрприза. Две супер игры, доступных только на этой приставке. Игры эти Nights и Sega Rally Championship. Разговор о Nights еще впереди. А сейчас вашему вниманию предлагается супер-гоночный симулятор всех времен и народов Sega Rally Championship. С самого момента своего появления на свет Sega Rally сразу же попала в категорию добротных игрушек, существующих под слоганом «Наливай и пей». Ой, то есть сел и поехал. Sega Rally — это еще один пример того, как надо делать гонки. Потрясающая графика, великолепно смоделированные с реальных прототипов машины, высокая скорость и лучший режим игры вдвоем на 32-битных приставках. Четыре трассы, различающиеся по тематике, имеют и разную поверхность. Соответственно, и навыки вождения автомобилями придется совершенствовать до предела. Возможность поменять настройки машин, а также тот факт, что их физические характеристики были вплетены в игровой процесс, добавляют в игру некий аспект симулятора. До занудного копирования реальности, внимание к каждой детали просто радует глаз. Одно только расстраивает, настоящего соревнования между машинами в игре очень мало. Это не касается режима игры вдвоем и режима гонки один на один с компьютером, но при участии в чемпионате этот аспект игрового процесса был немного забыт. И все-таки Sega Rally сегодня является настоящим примером для подражания и общепризнанным стандартом в своем поджанре гонок. На этом все. Пока.